Друзья, я сейчас у своего оптисья нахожусь, и сделали мои очки. Как я говорила, стекла заказаны были в Альзасе. Вот, и прогрессивное стекло у меня с призмой. Вот, ну сейчас он все здесь почистит, видите, с призмой. Но это все потом убирается, это все, мезурация идет. Давай 2 недели. Каждое стекло стоит почти 400 евро. И моя страховка оплатила 500. И то, что остается, мы доплатим. Вот. И сейчас для детей вот такие стекла. Новые, которые замедляют миопию. Очень хорошие стекла. Они дорогие, но они замедляют миопию у детей. Вот я хотела показать, я ошиблась. Значит, каждое стекло стоит, я так поняла, 249 евро и несколько сантимов. В общем, выходит 500 евро, и страховка заплатила, и нам остается выплатить из нашего кармана 180 евро за стекла. В общем, тотально получается, что очки вместе с оправой обходятся в 900, в зависимости от кого, какая оправа, 900 чем-то евро, почти 1000 евро. Но это, я считаю, дорого для очков. Это потому что стекла прогрессивные. А если были обычные стекла, то, наверное, было бы, естественно, дешевле.